Блины на любой вкус, состязания богатырей по-современному. В Самаре встретили широкую масленицу. Гуляли шумно, весело и с душой. Даже в торгово-развлекательных центрах. Подробнее Татьяна Пудова. Музыка, танцы, ряженые веселье. Мимо праздничных проводов зимы в этом году точно не пройти. Гуляния проходят даже в торговых центрах. Все в этот день ждут праздника ежегодно и у нас в торговом центре, и в других торговых центрах отмечают Масленицу. И это такой русский, настоящий русский праздник. Душа требует в этот день праздника, поэтому мы не могли проигнорировать этот день. И, конечно же, угощают блинами. Вы просто идете по своим делам, идете по магазинам, идете в кино. И здесь в такой праздник дают подарки, блины, хорошее настроение заставляет остановиться на все это все посмотреть. Сделать вкусное путешествие в Масленицу еще и познавательным помогают развлечения со смыслом. Например, кидают валенки, чтобы избавиться от обид, накопившихся за зиму. Кульминацией торжеств стали состязания современных богатырей. На поединке им предстояло присесть с булавой весом 10 килограммов. Очень тяжелое задание, которое мне далось впервые, и не думал, что так быстро я сдамся. То есть это очень тяжелое задание. У детей свои соревнования. Кто ярче нарядит масленицу, из шаров одевают быстро, сжигают по-новому. Мы ее лопнули. Надо было ее нарядить, чтобы она не упала. Мы начали все на нее вешать, все ее укрывать, чтобы она не упала. Подбирать ее начали, все делали, но ничего не работало. Весело и вкусно, в этом главная прелесть Масленицы, а еще это рубеж. Для кого-то начало Великого Поста, для кого-то конец зимы. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости Губернии.